Можно? Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые масс-медиа, граждане. Сегодня наш брифинг посвящен теме увеличения заработных плат медицинских работников. Как вы знаете, в прошлом году председатель партии социалистов в качестве президента Республики Молдова Игорь Дадон инициировал увеличение заработной платы медицинским работникам абсолютно всем, как врачам, так и вспомогательному персоналу, медсестрам, санитарам. Было объявлено повышение о 100%. Повышение было объявлено по этапам, в три этапа. Первый этап состоялся 1 сентября 2020 года в размере 30%. Второй этап состоялся 1 января 2021 года, то есть буквально несколько месяцев назад. И третий этап в размере 40% будет с 1 июня 2021 года. Итого, обязательства, которые взяла на себя партия социалистов, обязательства, которые взял на себя инициатор этой инициативы Игорь Дадон в качестве президента Республики Молдова, выполняется. Сейчас мы зарегистрировали проект закона под номером 121 о повышении заработных плат. Всего на повышение заработных плат по этому проекту закона выделено 841 миллион леев. Я подчеркну, 841 миллион леев. Эти деньги мы нашли, эти деньги медицинские работники будут получать к заработной плате. Одновременно с этим нельзя забывать, у нас на сегодняшний день идет война с пандемией. Мы на сегодняшний день в активной фазе борьбы. Таким образом, дополнительно выделяется на борьбу, на оплату надбавок для персонала, который задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, 272 миллиона леев. Я хотел бы подчеркнуть, это действительно большие деньги. 841 миллион на заработные платы, плюс на надбавки 272 миллиона леев. Таким образом, за год, даже меньше, чем за год, повышение заработных плат медицинских работников состоялось на 100%. Я подчеркну, на 100%. То, что обещал президент Игорь Дадон, инициировавший это повышение, выполнено. Партия социалистов поддерживает все эти инициативы, реализует их совместно на законодательном уровне. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни эта инициатива будет проголосована в первом чтении, а затем полностью будет оформлена во втором и окончательном чтении. В ближайшие дни мы выйдем с дополнительной информацией о динамике увеличения заработных плат всех категорий медработников, всех уровней медучреждений за последний год, с момента начала повышения заработных плат, инициированных Игорем Дадоном. Спасибо большое.